В 15 лет я впервые надел футболку «Локомотива». В ней я выходил на поле, становился сильнее и одерживал первые победы. Каждый день, спеша на тренировку, я мечтал сыграть на главной арене. Я штрафную, получаю пас. Доли секунд на принятие решения. Момент стопроцентный, надо забивать. Я Алексей Миранчук. 15 лет я впервые надел футболку «Локомотива». С тех пор Черкизово – мой дом. И здесь мои правила.